Какие эмоции подарила эта игра? Ну, был очень тяжелый матч. Видели, много мы оборонялись сегодня. Но очень, конечно, обидно терять очки на последних минутах. Уже это не первый раз у нас. Очень расстроились, так пропустили в конце. Вы сегодня играли против команды, у которой есть настоящие звезды в составе. Это чувствовалось на поле? Ну, конечно, чувствовалось. Видно то, что в команде было несколько лидеров, которые руководили игрой. Ну, очень приятно против таких людей поиграть. Шипилов вчера сыграл за основу. Это вас мотивирует? Да, конечно. Мы же видим то, что каждый из нас может получить шанс и сыграть за основную команду. Мы также к этому стремимся.